Работаем. Начнем мы наше выступление с вами совместно с речи известнейшего адвоката господина Маркелова, который, помимо того, что является юристом, как говорят, от Бога, еще является вегетарианцем, как выяснилось, что, несомненно, от Бога также. Пожалуйста, вам слово. Я попал в среду, общался с российскими зелеными. И самые, как можно сказать, резвые, самые шустрые люди были как раз те, кто не идет. Все мои стереотипы вдруг рухнули. И после этого я рискнул, ну, если так, я вижу живой пример, может, мне попробовать? Ну, попробовал уже, наверное, лет 6, продолжаю пробовать дальше. Сфера животных, вообще прав животных, это, к сожалению, огромные деньги. Именно к сожалению. Это огромные бизнес-интересы, интересы корпораций. Я беседовал с одним из представителей, который держит фирмы меховых салонов. Я говорил, ну, извините, давайте вот проведем эксперимент, зайдем в любой крупный меховой салон и посмотрим, а есть ли у вас там чисто случайно какой-нибудь шуба, полушубок или что-либо из рыси. Так она же как-то запрещена, она в Красной книге, это же нехорошо. На что мне была сказана замечательная фраза: если это будут покупаться, мы из Красной книги шубу сделаем. Ну, все равно есть интересы бизнеса, и они намного сильнее, чем любые сферы правовых интересов, тем более, что экологическое право, ну, право – это всегда отражение жизни. Оно просто оказалось задвинуто на студенческую скамью или на школьную скамью. Оттуда оно больше никогда не вылезает. Я ничего не понимаю в этих трахеях, инъекциях и прочее. Для меня это слова совершенно запредельные. Но я знаю, что четкая система на Западе, как в странах Северной Америки, так и в странах Европы, очень жесткая система по применению во многих вузах, действительно так, очень жесткая система по применению подопытных животных. Манекены, компьютерные приборы дороги. Поэтому западные люди экономят, они заказывают опыты у нас в НИИ. Вот технические опыты на уничтожение животных. Не какие-либо там научные результаты, не какие-либо научные эксперименты, а технические опыты по уничтожению животных мы, как страна сильно недоразвитая, исполняем сами для того, чтобы результаты были у них. А, к сожалению, эта ситуация последние годы не улучшается. Вопрос с вот этим вот законодательством о правах животных, ну, действительно, он был спущен буквально на тормоза, как тема, не имеющая значения, не имеющая предмета регулирования. То есть, при этом бизнеса она быть может. А предметом правового регулирования она быть не может, потому что это ограничит интересы бизнеса. Очень хорошая логика. Было официальное выступление, сколько помню, он тогда был замминистра природных ресурсов Артюхова. Когда его спрашивали об очередном их безумном проекте, он сказал гениальную фразу. Она мне просто вот в душу запала. «Какой заповедник? Там же золото!» Вот это просто прекрасная фраза, которая четко определяет отношение власти к, собственно, ну, даже если уж брать совершенно циничный, прагматичный подход, нашим же природным ресурсам. То есть, скорее всего, это как позиция такого даже не рынка, а базара, на которых нужно скорее-скорее продать, желательно оптовым покупателям с максимальной скидкой и с максимальной невыгодой для тех, кто, собственно, с этой природой-то и будет общаться, чтобы получить прибыль, ну и избежать побыстрее. Наверное, вот так вот. Я очень рад, что есть люди, которые пытаются противостоять этой волне. И действительно, тема намного более серьезная, чем ну, конкретная собачка, конкретный кот. Хотя это действительно с помощью вот конкретных случаев, прецедентов создаются общественная волна. То есть люди узнали, они приняли к этому сведения, они заразились этой идеей. Но дальше эта волна должна развиваться. Точно так же, как было на Западе, когда действительно в определенный промежуток вот эта зеленая волна, зеленое движение, оно стало против интересов корпораций и смогло их, ну, если не ущемить, то очень серьезно ограничить. А сейчас корпорации ущемляют нас. Ну, и заодно тех животных, имеющих неосторожность, хоть как-то появиться в нашей стране. Читается, что студент – это сам подопытный кролик, которого только пичкают знаниями в той форме и в тех видах, которые выбирают преподаватели. А он сам бесправно должен вот внимать методики обучения, определяемые в УЗИ. И здесь очень часто сталкиваемся, как в ситуации с Белоусовым, когда та методика, которую выбрал определенный вуз, становится более важна, чем федеральные нормы законодательства.
То есть ведомственный акт определенных вузов начинает доминировать над нормами, существующими в международном праве, в национальном праве, зафиксированной в министерских актах. К сожалению, ситуация сейчас очень распространенная, и каждый раз человеку приходится бороться за то, чтобы отстаивать свое право обучаться по той методике, которую он выберет, которую он считает более допустимой, более гуманной, более необходимой, ну и дающей, в конце концов, ему больше как будущему специалисту. Существует еще, в конце концов, норма Уголовного кодекса, которая просто предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Другое дело, у нас почему-то считается, что если это дворник дядя Вася или бомж обидел животное и совершил те же самые действия, то это жестокое обращение с животными. А если это происходит в рамках учебного процесса, это не жестокое обращение с животными. Но по факту же это одни и те же события. Иногда это просто чуть не буквально одни и те же события. И здесь вот проявляется избирательная деятельность права, когда у нас правоохранительные органы и суды отказываются рассматривать жестокое обращение животных, когда оно совершается в стенах учебного заведения. Принципиальная разница, как вы понимаете, здесь нет ни для животного, ни просто ни для самого объекта преступления. Для чего это сделано? Ну, вполне возможно, что вот этот бомж тоже хотел посмотреть, что будет с собакой, если он ей постепенно все ножки оторвет. Тоже своего рода исследовательские цели. Возникла очень циничная дискуссия. Мы сейчас думаем, а занятие ветеринарии – это уголовно наказуемое деяние или только административно наказуемое деяние? Действительно, такое ощущение, что мы просто исключаем ветеринарию из сферы легальной деятельности как таковой. На самом деле, есть общее понятие, что пробелы в праве не должны влиять на судьбы людей. И если... И животных. И в том числе животных, да. Безусловно, даже если это имущество, извините, никто не разрешит сейчас мне подойти и разбить этот телевизор. Точно так же это и к отношению к животным. А если сейчас возникла такая коллизия права, то не ветеринары должны выступать с инициативой. Их задача другая – животных лечить, а не выступать в наших органах госвласти, правоохранительных органов, в Госдуме с правовыми инициативами. Должны выступать именно правовые органы, в том числе правоохранительные, в том числе госнаркоконтроль, раз он видит, что возникла такая абсурдная коллизия права. И мне кажется, было бы намного лучше, чтобы госнаркоконтроль вышел именно с этой инициативой, а не занимался буквально абсурдными поисками виновных в легальной деятельности. Это даже звучит абсурдно, просто немыслимо. И я хочу вам напомнить, что в праве есть такое понятие – крайняя необходимость. И то, что делают сейчас ветеринарные врачи, применяя этот препарат для спасения чужой жизни, пускай жизни животного, и для реализации своих профессиональных навыков, это именно подпадает под это понятие. С другой стороны, вот эта вот волна давления на ветеринарию, ну, это просто охота за кетаминными ведьмами. И нельзя назвать иначе, как запрет на профессию. Ветеринарам не дают возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Кстати, если появится хотя бы один обвинительный прецедент, это будет очень страшная вещь. Потому что если тяжело признать кошку, собаку лицом, которую дают наркотик, то представляете, что можно сделать в обычной медицине. Человек, лежащий на операционном столе, это и есть лицо. На него можно воздействовать. А кто у нас был на операции? Ему что, наркоз не давали? Или давайте делать, как в 19 веке, дубиной по голове и стакан водки. Вот. Лучший наркотик. Или лучший его заменитель.